Всех приветствую на своем канале. Берите чаек, также тортик. Ну и вперед к просмотрам. Сегодня у нас пришла вот такая вот небольшой конвертик, но с ценными вещами. Итак, давайте вскроем. Посмотрим, что там. Что оно меньше, чем 2 недели. И наконец-то все-таки дошло. Так, понятно. Цепь прорезали, а поролонку не прорезали. Так, ну теперь готово. Прорезали. Так, ну и достаем. Ну а здесь у нас, как вы видите, вот такие вот пинцетики для SMD компонентов. Сейчас мы откроем. Здесь их вроде должно штучек 7 быть, насколько я помню. Угу, понятно, 2 валяются. Так, ладно. Так, у нас здесь, ага, они еще обозначены, я так понял, разной толщиной. Вот 11, 14, потом что у нас здесь, десяточка идет, потом, так, с тех, что поспадали. Мы на них отденем их формулярчики. В принципе, ну, как видно, исполнение довольно-таки нормальное. По крайней мере, не криво. Так что пинцеты, в принципе, годные. Так, ну давайте, наверное, по порядку их рассмотрим. Так, это у нас 16-ка. Вот такая она из себя. Света сегодня нету, извините, потому снимаю из окна. Так, ну это тоже нормальный. Так, ну давайте каждый просмотрим. Это такая уже, наверное, колопатка. Что-то толстое, наверное, я предполагаю, для микросхем, скорее всего, или для чипов каких-то. Ну, в принципе, все ровненько сделано. Так, этот у нас 13-ка. По крайней мере, не сильно мягкие, как у меня были ранее. Так, это у нас немножко загнутый. Тоже, в принципе, ничего так. Паять мы будем SMD компоненты ближе к концу, чтобы вам показать. Так, ну одним словом, за свои деньги это самые такие пинцеты получше, чем я видел ранее, за эти же, в принципе, деньги. Так что ссылочку я оставлю в описании. Можете попробовать себе заказать. В принципе, стоит недорого. Лишними, ну, явно не будут. Ну, и также их можно не только для SMD использовать. А для других целей. Так, открывайся. А, это уже идут совсем тоненькие.
где-то толщина самих вот это вот, за что держишься, площадь инструмента где-то миллиметр толщиной. Так, ну это уже совсем манюня заточена. Одиннадцатый размерчик. Так, итого давайте глянем, сколько же у нас их получилось. Так, это у нас десяточка, самая младшая, я так понимаю. Потом двенадцатка, тринадцатка, четырнадцатка, пятнадцатка, далее шестнадцатка и семнадцатка. Итого у нас всего лишь 8 пинцетов. Ну, я считаю, где-то за $5 матрушки больше. Это, в принципе, нормальный комплект пинцетов. Будет годным инструментом для вашей мастерской. По крайней мере, у меня такого ранее комплекта не было. Вот, решил увеличить комплект инструментов в моей мастерской вот таким вот наборчиком. Ну ладно, следующие минутки, так, наверное, две я пока. Итак, сегодня у нас будет испытание пинцетов, и выбрал я вот такую вот платку. Не знаю, видно будет, не видно. Но... приближение, блин, это одна проблема большая. Итак. Сейчас отпаяем SMD конденсатор. Короче, видно, что я в пинцете держу конденсатор. На камеру не видно, а где я упудил, я не помню. Это надо искать. Короче, вывод с этого дела прост. В принципе, пинцеты годные. Я... вот видите. Вот тут паял. Один... SMD компоненты, и вот один отпаял. Оба конденсатора SMD-шных. Сейчас они у меня вот на столе лежат. Два штучки. Так что пинцеты самые, в принципе, годные, нормальные. Не мягкие, как мне когда-то приходили раз, про который я даже обзор не захотел снимать, просто у китайца бабу отспорил. Ну, кто смотрел, всем большое-большое огроменное спасибо, кто до конца досмотрел. Да, это плата бывшего бесперебойника, точнее, ну да, бесперебойника, UPS-ника. Потому что много транзисторов и мало релешек. Так бы сказал, что похоже на другую какую-то плату. Данная плата была куплена, по-моему,
у бомжов каких-то. Ну, бывает, есть у меня свои точки, где знакомые бомжи есть, которые могут продать платы, которые они находят на мусорке. Ну, они их очищают от грязи, от пыли. И потом меня за скромное вознаграждение, то есть за пузырь водяры, мне благополучно эти платы отдают. Ну, в большом количестве, конечно, чтобы пузырь окупить. И большая часть радиодеталей с данных плат чаще всего рабочая. Ну все, подписывайтесь на канал, оцените данное видео. Ссылочка на пинцеты в описании будет. Можете переходить, смотреть, что вас цена их не устраивает, и заказывать смело. Конечно, качество пинцета видел и лучшее намного, но за такую цену это идеальные пинцеты. На дороже я пока не заработал. Одним словом. Правда, их вот эти чехлы, наверное, потеряются со временем. Это 100% надо коробочку какую-то специальную искать. Все. До следующего видео.